Всем привет, с вами Ледяной, и сегодня не будет никаких видео про приставки. Сегодня просто проговорим про смерть такого человека, как Честер Беннингтон, солист группы Линкин Парк, очень мною любимый. Ну, может быть, по прошлому видео вы заметили, да, судя по татуировкам. Очень сильно когда-то он вдохновил меня на многое. Говорить много не буду, эта тема уже обсуждена настолько, ну, что как бы сказать, в принципе, нечего. Просто единственное, что хочется сказать, те люди, которые говорят, что вот, сам выбрал свой путь, бросил всех, наркоман и так далее, я очень надеюсь, что в вашей жизни не было таких знакомых, которые совершили суицид. К сожалению, в моей жизни таких знакомых было. И было немало, это были достаточно близкие друзья, близкие знакомые, приятели. Они не были наркоманами, они не употребляли алкоголь в таких количествах, чтобы он мог привести к чему-то подобному. В принципе, в их жизни было все хорошо, была поддержка семьи, но почему-то они находили вот такой выход, по их мнению, выход. Многие, не сказать, что даже как бы помешались или что-то было какое-то минутное. Один из знакомых даже позвонил на работу и попросил отмазать его, сказать, что блин, я сегодня не приду, придумай что-нибудь, в общем, потом сам все объясню. Ну и через некоторое время вышел с 16 этажа. Это только один из случаев. Так что говорить, что во всем виноваты какие-то тяжелые наркотики, или у человека не было поддержки, что семья виновата, семья бросила его в такой день. Нет, этого нельзя ни в коем случае делать. Эта тема очень грустная. Да, этого человека я не знаю. Вот Честера я лично не знал, да, не могу ничего о нем говорить. Но когда вот это событие произошло, у меня был небольшой ступор, и сразу какой-то волной вспомнили все вот эти близкие мне люди, которые свели счеты жизни подобным образом. И поэтому все это очень тяжело. Ну и теперь, смотря на свои татуировки, я, видимо, буду вспоминать всю жизнь вот этих людей. И, друзья, ни в коем случае не делайте ничего подобного, потому что вам, может быть, от этого и станет легче. Не знаю, что там, конечно, происходит. Но близким людям тем нет. Им далеко не все равно на вас. Лучше пообщайтесь, переборите себя. Все у вас будет хорошо. Я очень надеюсь, что подобных видео на канале больше не будет. Что это первое и последнее, которое, ну, так сильно повлияло. Простите, можете ставить лайк или дизлайк. Не в этом дело. Просто хотелось вот высказаться. Всем спасибо.